Здравствуйте, богатыри, коллекционеры. Обзор еды из разных ларьков. Помидоры. Не знаю, что за страна. Маленькие, такие интересные формы с выпуклостями. Наверное, марокканские. 88 рублей. Ну, зашибись. Ну, цена, я бы сказал, хорошая. Конечно, все время хочется дешевле цену, но такие продают по 200, по 300 рублей. А они вообще без дефектов. То есть в идеальном виде. Выбирать их не пришлось. Вот такие вот помидоры. Это, естественно, парниковые, но они с некоторыми помятостями, с небольшими. Вот, 48 рублей. И вот этот вот помидор, это розовый помидор, по-моему, азербайджанский. То же самое, 48, хотя на самом деле он стоит рублей 200 в сетях. Яблоки эти я уже показывал, не буду долго про них рассказывать. Так. На бумажке написан Джонатан, а вроде как они Crisp Pink. Эти были дешевле, потому что мятые 40 рублей. Выбрать нормальные тяжело. Но кое-как выбрать можно. Тем более в сетях тоже часто продаются мятые яблоки в этих во всех сетях. Так. Ну, помидоры 50 рублей. Но они 48 стоили. Я так округлил. Но это просто отлично. Потому что самые дешевые, как я видел, 100 рублей помидоры, а эти 50, и дефектов у них, ну, почти что нет, немножко помяты, конечно, не идеальные они, но в порядке вполне помидоры. Так, вот такие мандарины, 48 рублей, то же самое, как помидоры, цена. Я думал, что это Египет, но вроде это Пакистан. Вот по бумажке. ПК, это, наверное, Пакистан. А хороший вкус, семечек дофига. Но это не страшно. Никаких дефектов вообще нету. Выглядят немножко такими в полосочку. Не сильно привлекательными. Ну, это ерунда. Как бы. Зато в порядке. Их тоже выбирать вообще не нужно. Они все нормальные. Ну и цена для зимы 48. Ну как картошка, можно сказать. Так, вот он пускай лежит здесь. Ну и все почти что. Вот это яблоко. Блин, это Crisp Pink, по-моему, сорт. Apple, Азербайджан Apple, вот он, стоило 55, очень такой прикольный сорт, крепкое яблоко, оно крепкое, когда держишь, когда грызешь, то есть оно, как я понимаю, долго может пролежать, чем более рыхлые. Так, я не понимаю, это один и тот же сорт? Да, похоже. Похоже на один сорт, а наклейки разные. Но вот это не мятые, в идеальном состоянии. 55. Так, ну я тоже оставлю здесь. Блин, на помидоры опасно класть. Очень они гнутся сильно. Так. Ну это те же самые яблоки. Просто несколько штук, не буду их показывать. Мятые, манго.
Это хлам, уже надоело их покупать, слишком сильно они мятые. А вот там был бразильский манго, а вот это перуанский, ну как написано на бумажке, фиг знает вообще откуда они, написано перуанский. И он вот в нормальном виде, вот такой вот, крепкий, может быть зеленый, может быть чуть красный, я думаю, это ни на что не влияет. Ну, как я понимаю, он созрел. Вот он такой крепенький. Вот я его держу. И он вообще не продавливается. Те были, конечно, уже сильно мятые. Так. Что вот еще интересного? Ну, дефектов вообще нет. 40 рублей стоит. Вес 300 грамм, как я понимаю, 300. То есть цена нормальная. Дефектов нету. Так, ну, можно его открыть, посмотреть, что это. Блин, залет. Что-то я просмотрел. Жопка, видите, темная. Не должно темнеть. Это потемнение, это значит структура уже разрушена. А я его покупал как нормальный. Блин, вот это жопка. Блин, темная херня. Просмотрел. Внимательнее надо смотреть. Всю часть осматривать. Что-то помято, это уже херово получается. Так. Сейчас его немного можно почистить. Прикольно чистить, крепкий, легко чистится. Да, вот это место, где темное, оно внутри уже становится фиговым. Ну и сама эта ножка должна быть, как я понимаю, крепкой, зеленой. Тут она уже подразвалилась. Конечно, семечко огромное в них. Тут семечко. Так. Ну, такой светлый. Сейчас попробую. Нормальный, нормальный, вполне. Вполне прикольный. Был бы без семечки, в пол плода, было бы вообще супер.
Ну так, все мы рассмотрели, что есть. Я уже купил еще кое-чего. Но это потом. Всем спасибо, до свидания. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Будем дальше бороться с бандитским государством. Ну и вообще любое государство бандитское. Даже упоминания не должно быть слова «государь». Вот. Так что всем пока. До свидания. Покупайте в маленьких ларьках, а не в сетях. Сети продают то же самое, только дороже. Вот в чем суть этих роликов.